ходе рейдового мероприятия сотрудников ГИБДД было остановлено транспортное средство, имеющее 389 неоплаченных штрафов. Сейчас для дальнейшего разбирательства транспортное средство изъято и оставлено на хранение судебным приставом. В дальнейшем для последующей реализации данного имущества. Вообще, вы знали, еще раз можете сказать, знали по поводу того, что какие-то проблемы? Я знала, что мы ее не можем поставить на учет. А какие проблемы, я как бы, в принципе, не вникала, потому что покупал муж и все. Я ничего не знала, так что я не вникала вообще в этот вопрос. А что теперь судебные приставы, что поясняют? Поясняют, что они забирают транспортное средство, потому что там у этого человека, на кого он оформлен, у него 400 тысяч там долгов и еще штраф 300 тысяч. Вообще, что это мошенник, который уже давно лежит. А вы как покупали эту машину вообще? Это ваш знакомый или как-то по объявлению? Нет, мы по объявлению купили на Авито. Мы только, считаю, переехали недавно и вот купили осенью машину.